Привет, народ, меня зовут Blacks Infinity, и сегодня мы с вами будем смотреть новую серию сериала «Агенты Щит». Погнали! Сегодня. Все, закончили. Гений, пиздец. Идите работать. Гений, Колсон гений. Плюс сердечко, плюс лежать и плюс лежать. Наши координаты. Ага. О, летит. Говно. Так. Ого. Говно зависло в воздухе. Не обнадеживает. Так, отлично объясняет, почему эти события не затронули другие все. Похоже, вы переживаете апокалиптическое событие. О! Привет. Ебать. Я его знаю. Хуя он. Переборщил? Хуя он. Речь толкает, блядь. Что? Я этого не хочу. Я отдал четкий приказ. Если есть возможность тебя спасти, думаешь, я и не воспользуюсь? Сейчас всех нужно спасать от новых хозяев, и самый сильный член нашей команды. Я вспомнил тот флешбэк. Нет. Когда я на самолеты выходила. Я убила Руби впустую. Это не важно, все сбывается прямо сейчас. Все, о чем она мне рассказала. Кто она? То, что сейчас происходит, это наше поражение. Да, она же говорила, не пытайтесь спасти Колсона, они попытались. И она полетела на самолете, и потом она выйдет из него, и будет конец. Ебать, это какие-то тени, что ли, или чё? Чё за пиздец? Ну, говори. Ремарат, мародеры. Межгалактические стервятники без своей планеты. Они отбирают все у других. И куда бы они ни пошли, за ними движется тьма. Немного непонятно. Не тьма как концепт, а буквально темнота. Она идет за ними, потому что у них есть магия. И они видят в темноте, а мы нет. Так что так им удобнее убивать нас своими когтями. Они еще маги. Ты сказал когтями? Да, я не говорил про длиннющие когти лезвия. Потому что да. Фит Симмонс, попробуйте найти способ. Ага, теперь все понятно. Какие-то долбоебы, короче, прилетели, контрабандисты. Воздух и улетать. Видела, какая странная фигня творится в Нью-Йорке? Я не смотрю новости, от них свихнуться можно. Мне пора назад. Агент Джонсон, знаешь, почему меня называют барыгой? Это на Мстители отсылка, что ли? Потому что у тебя все есть? У проекта Deadlock было много ответвлений. Это очень запутанная паутина. Много обещаний. На Войну бесконечности сейчас отсылка была или нет? Если вкратце... Ладно. Все сводится к парню. Я не буду спойлерить, в России фильм еще не вышел. Мы его нашли. Да, блять, ты... Не могу найти его ни на одной карте. Это ее мамка. Потому что это не место. А что это? Давай, Глен. Я думал, это ее мамка, у нее же реген был, помните? Думай. Ты можешь все исправить. Типа реген, да? Да. Хуя и чё? Огнетушитель — великое оружие теперь? Хотя нет, неплохая мысль. Пиздец, война с инопланетянами. Вот так оно и бывает, ребята, видите? Бля, на самом деле так тупо, что они Талбота оставляют одного, бля, везде. Вообще поебать ребятам. То, что он сум... Да. И чё, он хочет стать гравитониумом? Ебать, чего? Он чё, гравитониум залил себе? Серьезно? Рили? Ебать, что это? Супер Талбот. Сделали гравитона. Гравитон теперь здесь. В
сериале. Видимо, гравитон ГЗ. Полностью ГЗ. Охуеть. Охуеть, что творит? Ебать, что творит? Хуя ебёт. Опасности. Гениально. Конец, конечно, интересный. Она пришла на могилу мамки. Ну да. Ну да. А ну-ка. Чё там? Ну да. Я не помню, как её звали. Что-то там Джаин. Да, Джаин. Джаин. Ну а кто ещё? Ну... На самом деле, ну... Не такая интересная, как предыдущая, но тоже крутая серия. Вот. Короче, эта серия была ориджином Гравитона, полным уже ориджином, тем, кто им станет. Вопреки любым ожиданиям, как это бывает, сука, разрушителем миров стал Телбот. Он стал Гравитоном. Чё? Нет, ну типа, чё? Такие, сука, сюжетные повороты. Это просто я ебал, блядь. Кто их придумывает? Просто пиздец, респект. Респект парню, кто сидит там и реально что-то трайхардит, думает, как еще какую-нибудь хуйню сделать интересную, вот. Серию я поставлю 8 из 10, наверное, да? Ну, хорошая серия, но не отличная. Кое-где скучно было. Самого экшена как-то не додали, да, но конец очень крутой, эпичный, то есть конец мне он, в принципе, понравился, вот. Плюс был референс в сторону Войны Бесконечности, насколько я понял, про Нью-Йорк. Но есть один момент, понимаете, есть один момент, как агенты ЩИТ улягутся на события, которые произошли в конце Войны Бесконечности. Вот это меня интересует, и на это надо будет посмотреть. Не знаю, как. Зачем? Почему? Непонятно, короче, непонятно. Вот. Вообще что-то непонятно с таймлайном, на самом деле. Теперь будет, что будет с Марвелом. Потому что фильмы не дают надежды ни на какие сериалы теперь вообще. Хотя, там надо просто таймлайн расписать. Мне будет немножко в таблицах посидеть, подумать. Что да как. Да там, потому что таймлайн они уже сами себя наебнули. Вот. Очень сложно. Ну а так, серия Агентов ЩИТ неплохая. Хорошая, она как такую крепочкую восьмерочку. Эти теневые... Маги, как там их зовут уже, я не забыл, Ремарды. Это, блядь, Баунти Хантеры, сука, сраные, короче, прилетели. Сказали, типа, все, заглушили, поэтому весь мир не видит, что происходит здесь, и почему здесь корабль. Интересно, да, агенты ЩИТ до сих пор пытаются что-то из себя представлять, что они в киновселенной, и делать так, почему их не видят другие. За это, конечно, респект. За это, конечно, респект, но... А, им же не высылали, да. Точно, я забыл, им же не высылали, как в прошлый раз, сценарий Мстителей, чтобы они подводочку сделали под это. Потому что никто не знал сценарий Мстителей. И получается, что сценаристы агентов ЩИТа не знают, чем кончится Мстители, и снимали, ну, гад. О. О! Понимаете, к чему я клоню? Во! Понимаете? Хотя не знаю, на самом деле, все это то, что... Типа никто не знал фильм. Может, это пиздеж такой чистой воды, блядь. Алан Сильвестри точно знал, что будет происходить в сей фильме, потому что он, блядь, писал ебучий саундтрек. Ну вот, короче. Я просто не знаю, что сказать уже, как бы. Просто несу пургу, по большему счету. Вот.
Ну, про Дейзи еще забыл сказать, то, что она пошла спасать Коулсона и пошла на могилу Джаин. Ну, там сразу было понятно, что тот... Да и нет, ну, как бы не сразу было. Нет, ну, то есть, если ты вспоминаешь, что такое сороконожка, и потом вспоминаешь второй сезон, то ясно до тебя сразу дойдет, что вся эта херня с регенерацией была связана с Джаин, это 100%. Поэтому никаких вопросов, собственно говоря, и нет. А что будет дальше? Ну, что будет дальше? Посос будет дальше, посос! Бля, что я несу? На самом деле, 3 серии до конца осталось, 20, 21, 22. И мы все узнаем. То есть 3 серии и конец. Ну, кстати, последняя серия Агентов Щит называется «Конец». То есть «The End». Конец ли это сериала? Если конец сериала, то тогда окей. Вообще вопросов, претензий как бы нету к событиям, привязки, да? А если нет, если будет шестой сезон, то будет наёб всего, объёб полнейший. Когда вы посмотрите «Войну бесконечности», вы поймете, почему объёб сильнейший будет. Вот. А потом, когда выйдет «Мстители 4», будет еще сильнейший объёб с таймлайном. И придется вычеркивать все сериалы нахуй. Ну не все, но все. Все, с вами был Блэкс. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии.